бою! Thank you.
Оружие убрал? Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем.
Аномалий порвало. Скоты. Сталкер Меченый, ты вошел на территорию Дулда по просьбе Бармена. Бармена мы уважаем и пропустили тебя. Но не забывай, что ты рядом с нашей базой. Любая попытка нападения на наших людей будет пресечена очень жестоко. Новичков нынче как собак неведанных. И все они лучше стариков знают. Опять сапожищи хреновые подсунули. Что у них, совсем совести нету у этих? За неделю подошве гоплык. Настроение хуже не бывает. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам разбросает. Кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Противник!
Позбивались тут в стаи. Ну, точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Все они лучше стариков знают. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают.
Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Опять сапожищи хреновые подсунули. Что у них совсем совести нет у этих? За неделю подошве гоплык. Ничего, ничего. На малявке разберемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Ну, я и друганы мои. Охота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторинген». Мы всегда рады новым посетителям. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Проходи, не задерживайся. Пожрать бы чего хорошего. Вот дерьмо-то. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Подходи, тебе сюда нельзя. Как ты у меня всегда есть кое-что интересное.
Блин. Вот и хорошо. Здорово, Меченый. Принес документы с Агропрома. Отличная работа, Меченый. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. Хозяина арены зовут Арни. Его координаты я тебе скину. Значит так, по документам, которые ты принес с Агропрома, кое-что начинает проясняться, но данных не хватает. Упоминается некая лаборатория X-18. По описанию, похоже на заброшенное подземное помещение в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта. И чтобы открыть ее, понадобится 2 электронных ключа. Один я тебе дам, а второй заберешь у Борова в темной долине. Все, что нужно сделать... Получить второй ключ от лаборатории X-18. Проникнуть в нее и добыть недостающую часть документов. Не забудь достать костюм, защищающий от радиации. Без него ты не пройдешь. Ну что, Меченый, берешься? И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. А колбасу и батоны нынче хреново и стали делать. Вот дерьмо-то, а! День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка.
Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Опять сапожище хреновые подсунули. Что у них, совсем совести нету у этих... За неделю подошве гоплык. Пожрать бы чего хорошего, так ведь нету. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Ha ha ha!
Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. Колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Блин. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Настроение хуже не бывает. Позбивались тут в стаи. Ну, точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Подходи, сталкер. Ах, для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Ну, точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Здорово, меченый. Фу.
А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну что, дружище, как оно? Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Как делишки? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. От судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет.
Блин. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Жив еще? Ну и отлично. Да, настроение хуже не бывает. Пожрать бы чего хорошего, так ведь нету. От судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Проходи, не задерживайся. Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходи в бар. Защити мир от зоны. Вступи в долг. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга.
На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Никуда не скрываешься. Место, что на роду написано, так оно и будет. Подходите в бар «Сто Рентген». Мы всегда рады новым посетителям.